Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в лесу. Могу сказать, что в этом лесу нас убивают. При этом я не знаю, куда мне можно пойти, потому что нас убивают вообще везде. Давайте попробуем еще раз подраться с этими рыцарями. Могу сказать, что поодиночке эти рыцари практически непобедимые противники, а вдвоем, как у нас было в предыдущей серии, это все, это сразу практически мгновенная смерть. И что со всем этим делать, я пока не придумал. Так, травку со всех подобрали. Давайте пробовать, давайте учиться. Других каких-то идей у меня нет. Вообще, по-хорошему, мне нужно сейчас вне записи покачаться. Да, вставай. Вот когда он делает свое усиление, если, по-моему, достаточно далеко убежать, то оно не подействует. Но ты попробуй достаточно далеко, убеги тоже. Тоже не так-то просто. Легко сказать, как говорится. Тихо, тихо. Чё, умер? Ну, ладно. Пока он не делал свое усиление, я с ним могу драться. Но когда он делает эти штуки, они меня просто парализуют. Я не могу ни кататься, ни бегать. Ничего не могу. Так, давайте подлечимся на всякий пожарный еще раз. Говорят, что в этих местах очень легко жить магом. Я вообще, конечно, не верю, что в данной игре хоть кому-то очень легко жить. Так, у вас там двое сразу, что ли, лежит? Это плохо. И пока я к обоим не подойду, они не встанут, похоже. То есть они именно хотят оба меня ломать, видимо. Ну давайте вставайте уже, ребята. Слышишь меня? Ох, ой. Вот тебя только не хватило. Ладно. Блин, как я с двумя сразу буду драться? Это же невыполнимое. Ой, ну вот ты вовремя. Ладно, по крайней мере, вроде один стал. Так, давай. Давай, брателло. Да как так? Я же в блоке был. Видимо, вы поверх блока, что ли, прошло. Скотина. Так, ну пока что он не делает свою магию особую уличную. Живем. Ох ты, смотри, ну просто выносит мне руку. Так, все, лег. Ладно, справляемся потихоньку. Короче говоря, нужно все души, которые сейчас у нас есть, тратить на усиление персонажа. Только так. Я не думаю, что у меня персонаж больно слаб. Просто... они больно сильны. Ладно. Там за ним еще двое этих, да, этих самых. Вот сейчас будет веселуха с тремя сразу драться. Блин, деревья, давайте. Кустарники отдельно, рыцари отдельно. Как-нибудь. Давай, иди сюда. Блин, недолет. Так, хорошо. Второй давай. Ой, как не вовремя, как не вовремя. Так, ладно, пока без травки обойдемся. Да, второй удар. Так, 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 так. Так, и второй. Третий будет. Отлично. А теперь мы. Четвертый? У тебя же четвертый есть.
Тихо. Уф, справились. Ты смотри, это я не знаю. Может, не послабление какое-нибудь, то, что они перестали делать свою магию, убивающую меня. Когда они делают эту магию, это в 100% случаях заканчивалось моей погибелью. Но сейчас мы, тем не менее, зачистили данную локацию от них. И можем двигаться дальше. Там впереди еще парочка была. Слушай. А как она вообще выглядит? 15. Смотри, насколько тяжелее. Офигеть. Ну-ка, давайте наденем, попробуем. Ну, в целом, броня, как у меня, чуть получше. Как чуть получше? Сильно получше, конечно. Да, я теперь как куль. Оп. Ну, по крайней мере, я думаю, с живучестью получше будет. Ой, я как консервная банка звеню, в которую гвоздей накидать. Тогда вставай. Ты один, я надеюсь. Друзей не позовешь. В прошлый раз ты меня убил, по-моему, как раз. Тихо. Что-то не сильно она мне помогла, надо сказать, в защите. Так, лечись. Что ж ты не лечишься? Зря я ее надел. Сейчас из-за нее меня убьют. У меня подвижности вообще никакой. Так, третий удар. Четвертый. Четвертого не будет. Вот, и застрял. Это хороший момент. Ой, он деревья рубит. Скотобаза. Так, второй удар. Нет? Ладно. Мне очень повезло, что ты застрял. Так, ну все, я тебя могу добивать уже. Так, короче, эта броня не для меня, она для более тяжеловесных классов. Надеваем свою броньку. И радуемся вернувшейся подвижности. Так, что дальше? Потихоньку, помаленьку осваиваемся, могу сказать. Вот что я могу сказать. Где-то тут еще один рыцарь был. И вдвоем они меня... Вон он лежит. Вдвоем они меня запинали. Опять эта змеюка двухголовая тут отдыхается. Слабая, но, блин, противная. Вы чего? Офигеть. Так, вон он дрыхнет, короче говоря. И на нее не наведешься автонаведением. Какая замануха. Да, это все-таки как ящерица какая-то. Так, ну что, ты у нас последний, похоже, в данной местности. Да, вставай. Будем бодаться. В лесу мне нравится с тобой драться, тут застреваешь. Следовательно, у меня больше шансов выжить. Тихо. Не надо вот этого. Давай, иди сюда. Ну и все, ты застрял. Что дальше будешь делать? Слабак. Шо? А, хорошо, пол жизни нет. Ну что, собаки сильные. Тихо. Аккуратно. Так, ладно, прилег. Теперь подъем наверх. Там еще один был. Вот тот нас... с того у нас, собственно, началось знакомство с этими рыцарями. Они начали нас убивать. Подожди, это не то место. Чармер? Что за чармер? То есть зачаровщик какой-то, что ли? Так, я тут ни разу не был.
Кстати говоря, в это место можно будет спокойно пробегать мимо всех этих рыцарей, мимо этих деревяшек, потому что они не смогут сюда подняться, я думаю. Опасайся босса. Ну что ж, что я могу сказать? Узкий мостик. У нас 4 Estus Flask. Блин, это практически наверняка смерть. У меня 4500 душ, а мне для поднять уровня нужно... где это смотреть? Тут и не посмотришь. Блин, я думаю... Не знаю, что если... Вот эти души можно было бы вернуть. Блин, давайте сходим назад, я потрачу заодно вот те души, которые у меня в кармане лежат. И с помощью них мы купим печать. А потом уже вернемся сюда. Потому что с боссом я сейчас натурально не готов драться. Если здесь такие обычные рыцари, то какие же здесь... Ух ты. А, ты убитый уже. То какие же здесь боссы? Это же насколько должно быть все сложно и дурственно. Так, где у нас тут выход? Чтобы мне еще вспомнить. Вот, по-моему, выход. Да, это он. Так, сейчас. А может мне печать взять, если у меня денег хватит? Хотя у меня, скорее всего, денег не хватит. Не знаю. Так, давайте, короче говоря, души тратить. Душа Квилак. Ее мы оставим, потому что написано «Получите много душ или создайте уникальное оружие». Я пока не знаю, как создавать, но припасем эту штуку. 5000 душ дали, неплохо. Так, главное эту душу случайно не использовать. Так, большая душа гордого рыцаря. Использовать. По 3000. Слушай, у меня так это... Давайте-ка... сразу побежали туда кузнецу. У меня так душ хватит на печать, я так понимаю. Так, растения, давайте-ка мы с вами разберемся. Надеюсь, вы меня не убьете сейчас. По глупости на вас подохнуть, это было бы совсем обидно. Так, вся трава не выпала. Выпала трава, нам завсегда пригодится. Прилег, дает травку свою. Отлично. Да что ж ты. Главное не упасть. На вас пофигу. Так, еще трава. Хорошо. Все, по-моему, их тут больше не будет. Короче говоря, в целом мы тут справляемся. То есть они почему-то перестали делать свою непонятную магию. Видимо, игра сжалилась надо мной. Так, с тебя ничего не выпало. И в результате я сразу стал их побеждать. Я не знаю, честно говоря, почему они прекратили делать эту свою противную магию, но прекратили, и ладно. Меня это устраивает. Так, все, мы тут. Давайте тогда вот тут вот сразу использовать эти души. Так, большая душа гордого рыцаря. Использовать. Лично. Интересно, хватит нам или придется еще маленько все-таки покачаться. Большая душа безымянного солдата. 1000. Так, мне осталось 3000 набрать. Ты где, душа? Большая душа потерявшейся нежити. Блин, возможно, и не хватит. Да, смотри-ка, не хватит. Тогда я, знаете, как сейчас сделаю? Я просто... не знаю, выключу запись, что ли? Да пока побегаю там, наверху. Или давайте сразу с вами побегаем, почему бы и нет. Побегаем, несколько кругов сделаем, убьем врагов, этих рыцарей обычных.
И таким образом довольно быстро наберем недостающие несколько тысяч. Так, ну туда я не пойду, потому что там меня убьют. И всего за 500 очков это не вариант. Если там 1000 с каждого давали, то это можно было бы на них как-то качаться. Ну ладно, давайте убивать этих примитивных врагов, которые, в принципе, большого сопротивления мне не оказывают. И тут я качаюсь, как правило. Но сейчас-то они, конечно, уже слабоваты и довольно мало дают мне всяких прикольных вещей. Но как бы там ни было. Да пофигу. Так, ладно. Теперь рыцарь у нас находится вот здесь наверху. Его убьем сначала одного. Смотри какой. Ой, тихо. Не надо ничиться. Так, за вас по 200 дают. Так, ладно. Нормально. Сейчас еще 600 поднимем с троих. Надо было, конечно, на костер залезть, потому что если сейчас меня по моей глупости убьют, это будет просто смешно. Так, уже бежит. Кстати говоря, самый опасный из них. Так, умер. Это все-таки далеко не так увлекательно. Сейчас их убью троих и потом выключу запись, пока 20 тысяч не наберу. Не будем уж отнимать ваше время рутины. Я просто показал, как это работает, как я качаюсь. И, кстати говоря, ни с одного из них еще титанит не дали. Несмотря на то, что я большую часть из них получал титанита. Так, ну давайте, короче говоря, через 5 минут где-то я включу запись, когда наберем необходимое количество душ. И пойдем покупать эту печать. Но пока что пауза. Так, ладно, набрали мы необходимое количество душ. Теперь можно возвращаться. По дороге еще раз их убьем. Почему бы и нет? Ну, не всех, конечно, кто на дороге встретится. Я думаю, вы узнали это место. Тут наверху дракон сидел. Он только что улетел опять. Если с той стороны побежим, то он опять побежит сюда. Короче, стандартный такой придурок, у которого мы отживали Drake's World. Так, особо не встреваем. Ну и в обиду себя не даем. Так, мне дали еще один SS Flask. Это говорят, да ты что делаешь? Когда кто-то Kindle делает. О, еще. Отлично. Воспользуемся этими бонусами. Нам сегодня фартит. Так, давай, дорогой, иди сюда. Минус. Теперь мне нужно сагрить тебя. Самый опасный из вас. Ну что, ты будешь выходить, нет? Ты посмотри. Вот я говорю, он опасный, он убить может. Тихо. Да, давай подлечимся. У меня с ним почему-то иная проблема возникает. Вот это в углу стоит, который с рапирой, он... Блин, пацанчик, что надо. А этот такой, так себе, обычный. Короче говоря, вот так. Ну и что, и все, побежали. Рубанем уж тебя за компанию. Да и пошли покупать эту печать. Посмотрим, что она открывает. Ну, в принципе, наверное, на сегодня будем заканчивать. Дальше будем осваиваться уже потом. Возможно, я между сериями покачаю маленько персонажа, потому что что-то он слабоват становится уже. Потому что я души трачу вот на всякие такие левые бока, как обычно. Ну ладно, как бы там ни было, печать мы все-таки купим. Мне сказали, я не помню, кто-то в комментах написал, что именно вот за этой печатью можно нормально качаться, очень легко. Поэтому почему бы и нет, да? Привет, привет. Так, кстати, что ты модифицировать можешь? Для этого нам нужно большой титанитовый осколок. Понятно. И что это нам даст?
хрен знает. Потом разберемся, короче говоря. Так, нужно купить у тебя вещь. Одна? А что, мне две, может быть, по... две понадобится, может, что ли? Странные люди. Так, ну и ладно. Починимся. Так. По броне, кстати, давно не чинились уже. Да пойдемте посмотрим, что у нас там такое откроется за этой печатью. Вообще сложные места, пошли сложнее. Не буду отрицать. Я вообще даже не представляю, как мне тут гидру-то убивать. Вообще, по идее, ее убивать-то не нужно, но хочется. Поэтому нужно придумать, что да как, какую-нибудь тактику. Так, ты мне травки-то не дашь? Дашь. Блин, я все время забываю, что из них что-то выпадает, и убегаю вперед. Потом приходится оборачиваться. Да, Dark Root Garden. Настоящая головная боль. Ой, не упади, придурок! Ой-ой-ой, блин. Подожди, я вижу, мы оказались в итоге. Ладно. Да пофигу, честно говоря, совершенно. У меня душ не так много было. Там внизу что-то еще есть. Возможно, как раз печать туда нас и проведет сейчас. Подожди. Так, выключаем. Продолжаем, короче. Что-то я забыл в прошлый раз присесть у местного костерка. Поэтому придется по новому вас зарубить. Так, вот моя лежит душа, так сказать. Вернул свои 1500. Попал. Так, ты опять свалишься туда? Ладно. Я даже не буду ничего тут читать, потому что тут 100 раз уже был. О, вылазь. Блин, а что тут не вылазит? Вылазь. Ладно, хоть так. Ой, блин, у меня уже язык не ворочается. Сколько я сегодня? Серию 6 записал. Опять же. То есть до конца этой недели эта серия, вот последняя, наверное, в субботу выйдет. С понедельника мы уже, я думаю, будем играть более прокачанным персонажем. Потому что у меня как раз сейчас будет время маленько покачаться. Я, в принципе, вперед уходить не буду. Я буду... Чисто вот сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Так, для начала мы сядем на бонфайр, чтобы, если нас убьют, тут оказаться. Теперь давайте посмотрим место, где нам сказали, что удобно качаться. А что это за место такое? Секрет? Нет никакого секрета. Может, мне там нужно стоять? Мне сказали, короче, что нужно тут их согреть всех, пробежать мимо них и возвращаться. Ой-ой-ой. Это просто броня, что ли, бегущая? Ну-ка, тут стоять, нет? По-моему, нет. Ты урод. Вы кто вообще такие? Понятно. Так, ладно. Я просто не был подготовлен. Я вообще уже тупить начинаю. Давайте еще раз посмотрим. Я хочу осмотреться, чтобы просто в будущем вы понимали, как я это делал. И мне самому интересно понять, как тут так просто качаться. То есть куда ты убегаешь, и они сами потом будут падать. Но вообще, по идее, я думаю, место было правильным. И они вон оттуда, поднимаясь, должны были падать. Может, я просто как-то не так встал. Не знаю. Давайте осваиваться помаленьку.
Так, что у нас здесь? Где там вообще эта броня бегала? Его я просто так зарублю, я думаю. А теперь нет. А вон он бежит. Из ниоткуда взялся. Ох, хорошо тебя порвало. Давай, дружок. Маги решил на меня что ли? Ладно. Я надеюсь, ты одноразовый был. Потому что у меня такое впечатление сложилось, что ты типа мини-босса местного. Хорошо. Так, что еще тут? Снайперская позиция. Да ладно. Вообще, пока что я вижу, что это место самое подходящее для именно вот для моего уровня. Тут можно жить. Это меня радует, честно говоря. Несмотря на то, что довольно сложно с ними драться, но в других местах сложнее. Осталось только найти места, где, собственно, находятся враги. Это что это мы? К замку идем обратно. Подожди, а это же... Не здесь гидра обитается, да? Ладно, вон еще бегут. Аж двое. Ладно, давайте подождем, пока он добежит. Встретим его. Ой, недолет. Миллиметраж прям. Смотри, какой уворотливый. И они посильнее, что ли, тут стали? Но все равно достаточно простые. Вот, вот в этих местах можно жить. И отпор они дают, и при этом... И сами тоже получают. То есть, без особых неожиданностей. Да твою мать. Так, ладно. Хорошо, еще трава. Еще бежит. Так, берем травку. И, по-моему, еще бежит, что ли? Ох, тут их дофига. Ой, сколько вас тут. Так, ну я знал, что это будет. Сейчас, кстати, меня убьют, похоже. Что-то я... ну все, я устал, я уже... Меня не варит уже котелок. Что сейчас что-то произойдет. Забываю лечиться. Шестая серия за день, это все-таки довольно-таки серьезно. Так, ты бы упал? Так, тихо, тихо. 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 Отлично. Так, что у нас в итоге там лежит? Блин, там еще один стоит. Да, тут у вас дофига, конечно. Тут ваша родина, похоже. Отсюда уберетесь все. Давай, дорогой. Ой, а вон и гидра. Она так умеет, что ли? Офигеть! Ладно. Блин, эти места меня заинтересовали. Пока что самая интересная локация для нас, для нашего уровня. Так что с понедельника, я думаю, мы начнем разбираться, что здесь да как. Не знаю, я не уверен, буду ли я качаться в оставшиеся дни до отснятия новых серий. Возможно, буду, возможно, нет. Но как бы там ни было, теперь у нас есть, по крайней мере, локация, где можно свободно ходить, свободно драться, не опасаясь, что тебя заваншотят, убьют с одного удара. Нашел я ее для себя. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.